Давайте новый дом создадим. А сначала надо место, наверное, найти, а потом уже искать. Да ладно. Строить. Мы же про. Давайте ядерный реактор взорвем. Давай. А как? Ну, просто ставишь урановые стержни без охлаждения. А у нас есть урановые стержни? Да, там 5 штук хватит. А где они? А, и через сколько он вообще взорваться хочет? Ну, мы умрем, когда увидим это. Но они там в сундуке в одном из них. Мастер Влад, ты же так хочешь это сделать, да? Смотри, вот в этом сундуке куча урановых стержней. Я сейчас выключу реактор, а потом ты, короче, заложишь в него сколько сможешь и включишь. Так, я сейчас оценю. Я просто взрывал уже в одиночном режиме. Будет большой взрыв. Очень. Мне бы куда-нибудь вещи сложить. Хотя нет, ребят, будет небольшой взрыв, я там предохранитель поставил. Так, ой, просто... коты проснулась. Угу, проснулась. Выбрасывай вещи, которые только можно, для чего бы еще. О, паркурщица, овца. Коты упорот. Так, лапы будет, книжка. Он орёт, он не понимает. Это пипец, как долго ломается, блин. А, он просто выпустили, я думаю. Чего он орёт? Не понимаешь ты своего кота. Что ты за хозяин? Хороший хозяин. Бред всякий спасаю, ну ладно. Эх, скорее бы. Мечты сбываются. Газпром. Украина не поняла, да? Не, я знаю, Газпром футбол, по футболу. Зенит. Ломай пол, слушай. Я пойду спасать. Я пойду делать скриншот, во-первых. Для мастера Влада. Да ладно, тебе верь. Ну просто это да, помню по первым сериям ты там кучу всего прятал. И алмазы, и еще кучу всего. Аж прав. Вачман. Нет. Почему я не прав? Потому что я не прятал туда алмазы. Так, все, короче, свое забираю. Так, я пошел вещи прятать. Мне нужно вещи спрятать. Я сейчас здесь свой пункт поставлю, типа вещи. Это зачем мне это? Вачман. Чё? Расстояние, куда прятать? Ну, смотри где. Ты видишь, я летаю? Около Гивии летаю. Мне так МФСУ жалко, но блин, ну оно же распадется. Три курицы не нужны. Не нужно. О, ускорить. Да ладно, пусть тут остается. Так. Масс-фабрикатор. Пластинки, если что, берите. Еда. Оставайся тут, наверное. И еду, если что, берите. Так, пластинку я забрал свои все, и книжки есть. Забрал. Еду я взял, семена. Практически для всей еды. Так, народ, все, я взял. Стержни все. Так. Успеем бежать? Я надо поставить хоум там, где временный. Да, точно. Ребят, давайте. Сет хоум или хоум сет? Хоум сет. Все, welcome to new home. Хорошо, все. Я в новом доме. Идите к реактору, что ли. Ура! Ура, ура. Как же я рад это сделать. Я смотрю. А грибок будет хоть? Грибок? Не знаю. Нет, грибка не будет. Я кого-то... Ох, тут сундук открыл. Я вижу. Это я. Я тебя вижу. Я наблюдаю за тобой. Что-то у меня тут подлаги как-то стало. Понятно, почему, не знаю. Дерево, чего я вижу. Откуда ты меня видишь, блин? Урановых стержней появились в полоске. Вачман. Ой, она горит! Она горит! Как у кого день прошел? Нормально день прошел, очень нормально.
Как кот. Кот хорошо. Я остался один, потому что всем остальным надоело ждать. И, пожалуй, я сам уже не буду тут торчать. Извините, но взрыва вы не увидите. Вот что тут творится. Пока что покажу. Вот. Только почему-то уже ничего не горит. О. Ну ладно. Джетпак. Вот как все тут происходит. Извиняюсь, но я, пожалуй, покажу вам только то, что останется от нашего дома после взрыва. Пока.